Короче, это видео о том, как я стал богом. Я дошел до... ну, как сказать, до первого босса DLC. Как я до него шел, это отдельная история, блядь. Если будет, буду пилить прохождение, покажу, но это... Это тот еще... То еще приключенец. Чё ж ты, сука, так орёшь-то, а? Малой. Малок. Конечно, с первого трая, наверное, завалит. Потому что я кнопки путаю. Ну да, да. В тайминги не попадаю, нифига. И вообще. Падла. Блин, ты будешь заряжаться или нет, поймать? На самом деле... Путь к этому боссу намного сложнее, чем сам босс. Тут вся сложность в том, что если ты... Тут арена, ну... Без забора. В заградке, если упадешь, то умрешь. Да, еще он сейчас. Падла. Вот и все. Итак, сейчас я покажу, как стать богом. Вот этот кулак совета, это дробовик. Ну вот этот ледяной коготь, я не знаю, что такое, я им не пользуюсь. А вот этот кулак совета, это... как выразиться? Сейчас. 16-зарядный дробовик, который стреляет очередью по 3 патрона. Ну, по 3 выстрела. Ну, по 3 патрона, да. Он, его, правда, прокачать надо. Так, вот этот. А, нет.
Вот. Да. А, ну да, его прокачать надо. А. Я его сразу, конечно, не прокачаю весь. Базовый компонент. Казалось бы, ну да, стреляет, и чё. Я тоже так подумал сперва. Пока не попробовал в деле. Но на плюс 2-то он, конечно, не очень. А вот на плюс до конца апнутый. Блин, охренеть, еще что-то надо. До конца апнутая, это, конечно, штука рулит. Так, ну ладно, это видео было про первого босса. Следующее видео пойду дальше. Пока.